Город Киров. Завод по обработке цветных металлов. Более 70 трудовых коллективов на предприятии работают в счет будущего года. Николай Павлович Кононов возглавляет одну из лучших на заводе бригад. Больших успехов в социалистическом соревновании добились и вальцовщики, руководимые Николаем Ивановичем Русских, почетным металлургом. Эти бригады соревнуются. Они работают в цехе, неоднократно выходившем победителем в заводском социалистическом соревновании. Здесь изготавливается радиаторная лента для автомашин различных марок. Большая часть продукции, выпускаемая цехом, аттестована государственным знаком качества. Немалую роль в этом играет трудовое соперничество. Ударным трудом отвечает коллектив завода на призыв ЦК КПСС новыми достижениями в работе встретить 60-летие образования СССР.